Берите, разбирайте. Так, кто у нас были крестьянина? Поднимайте. Так, еще кто? Подходите ко мне сюда. А что мне объяснить? Кто прийти? Сестры. Нет, для сестры, сына. Кому тебе? Ну, для сестры. Сына. Сына. А? Сына тоже. Подожди, может быть, это, да, может быть, не хватит. Я не знаю. Забрали он. Для Елены Гладыщук. Че? Надо взять? Для Елены Гладыщук и долгов приехал на самом. Каждый свои долги на себя. Елена Гладыщук не взяла. И долгов Александр. Елена Гладыщук, почему все на решение? Два. Так, еще кто не взял? Я сейчас все объясню. Это Александр Долгов. А тебе зачем два? У меня сестра с сыном крестились. Так, там все подписано, а все остальное вы запишите сами. Когда кто родился, вот какого числа крестились. Все, кто крестил, здесь заполнили, кто крестил, и я расписался, и печать поставили. Поняли все? Да. Вот так вот. Так, еще что-то остались, у меня еще две осталось. Что это? А тут написано с наречением имени, если имя то же самое прочее. Как это? То же самое имя. Ну имя какое? Самое пишет фамилия, имя, отчество. Так. Засчитаю, у нас, значит, пришло нам поздравление от местной власти. Вот. Уважаемые жители поселка Потеряев, этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие поселка. День рождения села – это праздник его жителей, всего народа, который сохраняет и чтит свои традиции и уважает историю. Всех вас объединил один общий дом, это поселок Потеряев. Стоять и процветать вашему поселку еще многие века. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть царит на нашей земле радость, мир, доброта и теплота людских сердец. С уважением, глава Корчинского сельского совета Ксения Владимировна. И фамилия там, Киндер Кнехт. Как перевести? Киндер – это что-то ребенок? Ребенок. Кнехт. Кнехт, по-моему, это Киндер Кнехт. Киндер Кнехт. Фамилия. Кнехт. Ну, вот такое. Ну, а от этого епископа значительного важно такое. Вот так. Там еще было, но мне почему-то не дали. Были мы приглашали городские власти, мэрию. Вот. От места. Мэрия, но ответа, я сейчас говорю, был ответ. С мэрией был ответ? С мэрией. Здравствуйте, Корчин, поздравление. А с мэрией? С мэрией? Ну, а что, спрашиваю. От мэрии ответ был? От мэрии. А с мэрией ответ был? Да, была от прокуратуры. Ну что, да, что там говорить глухом? От города. Ну, все не слышат. Мэр города ответил, что благодарит за все, и, ну, только куда-то назначено ему ехать. Ну ладно, так а можно это распечатать, чтобы было у нас?
Да можно. Ну да, конечно, надо было сделать сегодня. Лене сказать, вон она стоит, и она-то прислала, мне кажется. Нет, вот. Гладыщук, наверное. Гладыщук, Лена? Мне прислали, она посмотрит. Ее нет. Так, сегодня кто отъезжает вечером? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Так у вас билет это есть, а то в вагоне места не хватит. Есть! Они прилетят, это что вагончик? Два вагона. Так, самое далеко кто едет? До Казани, до Москвы. До Москвы. До Казани, до Москвы. Вот что, у меня есть огурчики свежие, маленькие. Зайдите, можете взять дорогу и свежие помидорчики. Больше я ничего дать не могу. Ну хлеба, если у меня хлеб есть. Это уже, это у меня замножечки. Ну, огурцов возьмите. Огурцы самые хорошие это, и помидоры. Зайдите сейчас, я вам дам. Возьмите. Ну что, все, тогда прощаемся, благодарим вас за то, что вы у нас в деревне, когда были гости, потом уходят, а хозяин говорит, ну, вы уж не обессудьте нас. То есть, что если не так заметили, то все, простите нас, что не так было. Да. Вы нас... Хорошо, что вы уезжаете не все вместе, а вот понемножку. Одна, вторая партия, то есть психологическая травма, сразу все. А? Чего? Ну, а ты крестилась? Когда? Нет, она не крестилась. Ну, не сейчас, а в 17-м году. Ты где, у нас крестилась? Здесь? Да. Ну, тогда, да, конечно. Там заполнишь сама, там все. Там водка. Там вот стоит. Батюшка, спроси ее фамилию. Ты защищал такое. Фамилия Благодарская. Благославская? Благодарская. 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 Ну, Благодарская. Нет, датская. Благодарская. От слова благодать. Благодать. Благодарская. Интересно, такая редкая фамилия. Вот, а у меня Лапкин всего. Ну, скан можно. Ну так, вопросы какие есть? Ко мне. Просто закон там самостоятельно. Огромный вопрос. Очень. Что, я что запомнил? Да, очень хорошо. Я не запомнил. У меня рука трясется еще, не надо. Ну, сам ты же играл. Что там? Что ты? Ко мне какие вопросы? У кого есть? Благодарность есть. Я спрошу вопросы, не благодарность, я спрашиваю, а вопросы. Николай, ты то ли не понял, или не слышишь? У меня вопрос есть. А в случае, ну, если исповедаться или какие-то вопросы, к вам на следующий год приехать и спрашивать? Исповедаться, вы где живете? Там. Какой-то храм ходите, выбирайте себе, как сказать, одного священника, как духовника, к нему ходить на исповедь. И пожелательно каждый пост готовиться и причащаться. Потому что ты можешь год, можешь два не приехать, и я есть, а завтра, может, меня уже и не будет. Потому что жизнь такая. Вот. Поэтому еще вопросы какие? Ну, запись под номером. Да ну, не номер не поставишь еще. Нет. Это когда ведется книга там такая, что номер там. У нас книгу, это мы не ведем книгу. Нет этой книги. У нас Бог ведет. Да. Вопрос еще какие? Еще вопрос. Можно здесь указать, что по формуле вообще не крещен? Вот так. Кто все написано, ответьте на эти вопросы. Не надо придумать ничего. Понял. Вообще не крещен. Принял крещение, все. Это уже не тебе относится, это батюшка, да, арчи, не крещен, там, не выдумывайте ничего, но... Ну, как если бы, когда был крещен, признавай, ты признаешь это, что истинное крещение? Да, ну и все, не надо это ничего. Еще какие вопросы есть ко мне? Никак нет. Нет. Ну тогда все, простите меня. Вы настойчивы. Телефон мой, имеете, если что-то это... Знаешь мой телефон? Нет, я не знаю. Ну, дадим всем. Приготовьте телефон, я продиктую, вы себе занесете. Да. Приготовьте, сейчас я вам продиктую. Себе занесете. 961 232 40 12. Впереди восьмерка. Это Билайн.
Все. Только с Москвы просьба звонить в соответствии с тому, что есть. А то я один раз так попал, утром 8 часов, сидит с Москвой и завтракаем. А калитка была открыта. Барабас выгоняет коров, одна корова красная в калитку и идет. Я быстрее набираю, а у меня там Лена и Лена Барабас. Я, например, называю, слышу голос. Батюшка, что ж? Че, красная корова твоя пошла на мой огород, иди загоняй. Она, батюшка, так я в Москве. Она в Москве. Коров не держит, да? Да. Так я сейчас, когда встретимся, бою в Москве, она... Батюшка, как там моя красная корова? Не сказала, что не держит корову. Я просто да, скажу, поэтому со временем вы будьте так, что, значит, там, чтобы не позднее 11 часов вечера. К нему подходим. И не раньше 5 утра. По нашему. Ну все. Так, кто зайдет мне за огурцами? Ты сойдешь и Димор. Раньше через это. Кого тебе? Тебе один огурец хватит. Димор еще. За хлеб. Я еще. За хлеб. Я зайду. Я Николай. Без фотоаппарата. А что так? Почему? Обязательно надо. Не досадить. Доброту батюшки называют за свидетельство. Хорошо. Возьму, брат. Главное, что доброту, то не снимаешь. Да. Ладно. Его. Так, ну все. Раз нет. Все, с Богом. Ну все, давайте пойдем. Хорошо, пас. Батюшка, благодарим. Слава Богу. Я вчера Поехали. 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 Поехали